Всем привет! Снова здравствуйте! Blender 2.81. Давайте рассмотрим риг именно лошади. Зайдем в Add, находим арматуры и находим Animals и находим Horse. Вот Horse, мета-риг. Вставляем. Смотрим, что да как его не видно. Опять нажимаем Object Date in Front. Видимость костей впереди. Можно нажать на лошадь, на саму модель, нажать Z английскую и Warframe. Вот такую видимость поставить. Теперь нажимаем на кости и заходим в Edit Mode. Смотрим, что да как. Вы видите, что голова чуть-чуть уходит. Так вроде все попадает. Ну, единственное, хвост нужно подправить и вот эту вот голову. Давайте посмотрим, как это делается. Опять это все дело. Вот так вот выделяем левой кнопкой мыши. То, что не выбралось, через Shift и левой кнопкой мыши, да выбираем. И посмотрим. Так, это нажимаем G английскую и вытягиваем где-то вот так. Смотрим, где у нас ухо. Вот так вот. Нижнюю челюсть тоже ловим. Эти части оставляем. Потом посмотрим, что с ними делать. И G поправляем немножко. Вот этот скелет. Так, таз попал, таз не трогаем. Ну, единственное, можно немножко ограничители вот эти поправить. И вот эти вот тоже S. Чуть-чуть их уменьшить. Вот эту тоже S. Так, вот так уменьшить. Здесь у нас грудные стоят, чтобы грудь не убегала никуда. Вроде все попадает. Тройка на нампаде, попадаем, теперь поправляем ноги. G, копыта. И вот так вот все ставим. Так, здесь вроде попало все передние. Надо вот по единице теперь поймать их. Выбираем вот так. И G немножко уводим сюда. Здесь выбираем тоже вот так. И G немножко попадаем в мясо. Тройка на нампаде. Ну, вроде все нормально. Вот это вот еще можно, наверное, чуть-чуть вот сюда приподнять. И вот эту тоже немножко вперед вывести. Вот эту косточку немножко уменьшить. И вот эту косточку тоже немножко увести. Тройка на нампаде. Попадаем хвост. G выделяем и вот так все это дело здесь размещаем. Ну вот что-то в таком духе. Опять же теперь смотрим, если у нас ухо должно двигаться, надо поправить ухо. А ухо у нас вот здесь, вот оно. И жмем G и S немножко. И немножко G подгоняем к уху. Вот так. Вот теперь ухо будет двигаться. Я просто не понимаю, зачем тут на ушах по две косточки. Ну, потом будет видно на самом риге. Опять же S. Уменьшаем G. Вставляем в ухо, смотрим так, да что, со всех ракурсов проверяем и ловим, где хрящик. Так, вот это, по-моему, грива. Если я не ошибаюсь, то должна быть грива. И вот вопрос, можно их так оставить, а можно именно чуть-чуть поуменьшать. Так, это Ctrl-Z. Выделяем их. T английская клавиша и выделяем вот таким образом. Так, теперь S, Escape и S нажимаем, все это дело уменьшаем и немножко G подводим в гриву. Вот так. И немножко еще R подкрутить. Вот так вот. Ну а теперь их нужно
разместить там, где они и были. G. Вот эту тоже G сюда. Вот это вроде осталось полностью. G. Ну и вот эту тоже. G сюда. Это где-то вот сюда. Это вот сюда. Тут видно, где привязка у них, так что по привязке уже тут не запутайся. Ну, посмотрим. Так, ну, в принципе, все. Кости установлены. Еще вот задние лапы проверяем, чтобы они состыковывались точно. Нажимаем G. Вводим прям копыта нормально. И здесь тоже поправляем. Здесь чуть вперед. Ну, где-то вот таким образом. Смотрим, задница нормально. Хвост четко по хвосту. Морда установилась. Единственное, вот эти вот можно еще, наверное, уменьшить. G. Вот так на глаза или Ctrl-Z. И тут вот G чуть-чуть уменьшить. Так. Ну, в принципе, все нормально. Жмем тройку на нампаде. Смотрим заранее, как все здесь привязано. Здесь вот косточки. Здесь вот привязаны к позвонку. Это тоже привязано, как мы льва делали. Таз тоже, как у персонажей льва. Два и третье. Задние лапы не проблема. Хвост не проблема. Что еще? Передние лапы тоже. Вот единственное, запомнить, как голова устроена. И все, можно делать свой риг такой же. И привязки те же самые. Если вам будет интересно, то я сделаю ролик потом. Вот именно по этому ригу, как самому его сделать, а не использовать базовый. Тройка. Ну, тут сложного ничего нет. Возможно, вы по прошлому ролику все это дело сами соберете. Ну, а теперь что? Заходим в Object Mode, нажимаем на модель Shift, нажимаем на кости, жмем Ctrl-P, нажимаем With Automatic Widgets, автоматические веса. Ну, и опять ждем. Вот теперь заходим в, так, в Pose Mode, нажимаем Z Solid. И давайте попробуем работать без генерации вот этих костей. Посмотрим, получится. Нет. Нажимаем на вот эту кость, жмем R. Вот так все ходит. Почему все ходит именно так? Потому что хвост, косточки в другую сторону сделаны. Они должны быть в эту сторону повернуты. Значит, заходим в объектный режим. Так, генерируем вот этот риг. Его, конечно, можно переделать, но не будем заморачиваться. Так, сгенерируем риг. Теперь вот эти кости, которые мы привязали, мы их удалим. Delete. А вот эти косточки выбираем модель, Shift зажатой кости, и жмем Ctrl-P и опять же With Automatic Widget. И опять ждем и посмотрим, как теперь будет работать. Так, риг сгенерировался и привязали автоматиком. Посмотрим теперь в постмод, как он себя поведет. Вот так все это дело выглядит. Все, косточки, видите, разноцветные. Тут вот так все сбоку. Опять неудобство в чем? Опять вот эти косточки, вот, которые должны крутиться, находятся вот здесь вверху, как у волка. Неинтересно. И что еще тут такое? Давайте посмотрим, тройка на нампаде. Выбираем нижнюю кость. Вот эту красную. Вот так вот. И смотрим G. И вот так все это дело работает. Ну, в принципе, с лошадью риг нормальный будет.
Ну, опять же, как сопля, вот это все тянется. Не знаю, может это и хорошо. Надо поработать, посмотреть. Так, вот здесь вот, если здесь площадку видно, вы видите, да? То вот здесь площадку я не наблюдаю. И когда делать, придется ее постоянно искать и где-то делать, наверное, вот так вот. Выделять. Значит, нужно ей потом прибавить размер, чтобы хотя бы видеть. Так, посмотрим. Тройка на нампаде. Так, это все будет дело работать. Поймалась она, не поймалась. Вроде поймалась. Вот она привязана к чему-то там. К соседней ноге, что ли. Ну, а вот здесь вот сгиб у лошади идет вперед. Колено, да, по-моему. Вот так вот. И вот уже неудобство делать. Здесь вытягивается. Опять площадку выбираем. Выбралось все. И постоянно придется искать эту площадку. Надо чуть-чуть будет переделать. Ну вот что-то в таком духе. Shift зажат и смотрим теперь на лошадь R. Вот так вот. И задница. Вот так. Чуть-чуть садится. G. Вот так. Смотрим с хвостом. Вот хвост, да. Работает изумительно. Вот такая штука. Надо попробовать вот эти косточки взять на червя. И сделать червяка. Вот так вот. Ну, что-то в таком духе. Так, что это такое? Не понял. А, грива, да. Это грива. Здесь у нас голова. Тут у нас уши. Ну, словом, ничего такого. Это нос. И челюсть. Вот она. Здесь вот так. Здесь вперед грудинку. Подтянуть. Вот так вот. И копыта перекрутить. Вот уже можно делать походку. Вот так еще чуть-чуть это дело подтянуть в бок. Дать наклон. Вот так вот. Ну и немножко голову подтянуть. Вот и все. Уже можно делать походку. Все, всем пока, до свидания. Вот такой рассмотр был Рига.